руль справа. В общем, дали нам машинку. Toyota Yaris, да? Toyota Yaris? Непривычненько. Сейчас посмотрим, как оно будет ехать со левосторонним движением. Ну, вроде, дорога не должна быть сильно сложной. Здесь вот оно, вот это все дно, которое в приливе находится под водой, а сейчас отлив. И это не максимум. Сегодня у нас уже второй день, и мы решили отправиться на пляж Рели. Это такой необычный пляж в районе Краби, да, который невозможно добраться вообще автомобилем, да, тут просто нет дороги. И единственный транспорт, которым сюда можно попасть, это вот такие вот лодки. Собственно, сегодня мы отправились в соседний с нами городок Аонанг, где и взяли билет на такую вот лодку. По сути, это маршрут. Интересный такой пляж, окружен в горах, в скалах, таких, я бы сказал, нестандартных, да, и
есть что посмотреть, планируем потом погулять по... Но там вот видно, что соседние пляжики. Я также считал, что можно пройти сквозь остров, точнее, полуостров, да, и попасть там с другой стороны джунглей, еще один пляж. Посмотрим. В любом случае, времени у нас еще много, сейчас только 10:30, а последняя лодка уже 4. Так что, думаю, мы еще сможем здесь посмотреть что-то. Время прилива, здесь похоже море, а сейчас отлив и ездят тракторы. Непонятно зачем, правда. Это пляж Западной Рейли. Мы приплыли на восточный и перешли через остров на западный. Ну, похоже, какой-то аттракцион. Катают на тракторе по воде. Такие вот тут джунгли острые, такие огромные листья. Впечатляюще. Идем на Прананг Бич. Сердечко. Короче, прикол. Путь на обзорную точку. Как мы оказались на этом пляже? Мы долго-долго шли. С одного пляжа на другой. Здесь остров. С восточного на западный. Нет, западного. Западного. Восточный и потом на Фанат. А потом, да. В общем, изначально мы пришли... приплыли, точнее, на пляж, который за этой скалой большой. Но с него сюда нельзя пройти пешком, кроме как обходить через весь полуостров, что мы и сделали. Тут красивые пещеры. Ага. Вообще мы тут случайно почти оказались, потому что изначально не очень прочитали и думали, что всего один пляж есть здесь красиво, их тут целых два. Даже три, но один был в отливе, может, на обратном пути. Он всегда некрасивый. Да, он всегда некрасивый, ну ладно.
Thank you.